Смотрим. Во время сборки торцов прикручивается у нас к торцу дверь на петлю. После того, как поликарбонат установлен, мы шарнир откручиваем, достаем его из-под полика и накладываем на поликарбонат. Мне кажется, по-правильному делать нужно так. Во-первых, это красивее. Во-вторых, если петля будет внутри, значит, поликарбонат между собой может задевать. Это раз. И вот в этом месте он вышаркается, продавится саморезами. Это два. Ну и в-третьих, как бы правильное название, вот это петля накладная. То есть она не подкладная, она накладная. То есть ее нужно накладывать. Есть какие-нибудь потайные шарниры, их можно спрятать. Ну, это вот она наружная считается. То есть наши теплицы собираются так. То есть смотрим даже вот форточки. Все у нас снаружи, все поверх полика. Все. Вот здесь тоже уже заготовлен поликарбонат. Шарнир открутится, штружка из-под него соберется и поверх поликарбоната его прикрутим. Все, так лучше это все работает.